Пугачеву в мини-платье облобызали с головы до ног. Максим Галкин опубликовал примечательное фото своей супруги в компании подруг. На нем Алла Борисовна позирует в мини-платье. Не так давно в гости к звездной паре приехали их близкие друзья и родные. В поместье на огонек заглянули Кристина Арбакайте, Ида Достман и Юлия Проскурякова. Визитеров Примадонна встретила в коротком платье с мелким принтом. Стоит отметить, что юная дочь Галкина, Елизавета, также проводила время с гостями. На опубликованной на личной странице юмориста в социальной сети Instagram фотографии девочка позирует со старшей сестрой, со своей знаменитой мамой и ее подругами. Юной красавице отвели специальное место на снимке. Звезды отечественного шоу-бизнеса выстроились в ряд позади высокого кресла, больше похожего на трон. На нем и восседала Лиза, чтобы подчеркнуть, что на снимке не просто ребенок, а маленькая мамина принцесса. Алла Борисовна рукой попыталась изобразить корону. Впрочем, Галкин не стал выражать свое отношение к происходящему и присоединяться к дружественному снимку. Он выступил в роли фотографа, а кадр подписал кратко и лаконично: «Девчонки, здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены». Текст знаменитый юморист сопроводил милым смайликом-сердечком. Публикация фотографии из Instagram. Поклонники отреагировали весьма благосклонно. Многие поспешили выразить свои комплименты Алле Борисовне и ее близким. «Как на вас приятно смотреть! Прекрасные девочки, красотки, Лиза! Очаровашка! Очень красивый кадр, побольше бы таких интересных снимков!» Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Хабалка Тимошенко унизила жителей Донбасса. Загадочное исчезновение Лукашенко озадачило белорусов. Дорого заплатит. Взбешенный принц Гарри встал груди за оплеванную марку. Американская супермодель спихнула с подиума неожиданную конкурентку. Видео. Мисс Бум-Бум 2019. Найдена обладательница лучших ягодиц в мире. И многое другое.